Приехали на место. Сегодня у нас новые люди нашего полку прибыло. Да. Инола наш. Новые люди счастливы. Да, наш замечательный человечек. Да. Так. Работаем на камеру. Да, работаем. Юрист нашего журнала, отдел юриспруди... защиты авторских прав, Северный мотив. Пожалуйста, обращайтесь. Отлично. Всегда рада помочь. Юрий Николаевич, как всегда, наш бессменный водитель, да. Он же автор-исполнитель, он же актер. Вот так, да. Идем на место, прибыли. С нами наш замечательный оператор. Да, он же звукооператор, он же звукооператор, он же редактор. Значит, журнала. Журнала. Видеожурнала о современной культуре Санкт-Петербурга, Северный мотив. Да. Все, Северный мотив идет навстречу с друзьями. Северный мотив идет на встречу с друзьями. Вперед. За мной, не отставайте. Нет. Штатив забыл я. Я забыл штатив взять. Да потому что бабки тратим лет. И ходим вечерами на шла. Здравствуйте. Ломоновского не было сегодня еще. Не было Ломоновского. Ведь это бархатная осень, бабье лето, это бархатная осень, голова роди, и потихоньку нас с ума с тобой сводит. Уже так хочется безумства и игры. Берем билет, едем в Крым. Спасибо. Спасибо Сапожниковым. Сейчас я приглашаю на сцену человека, который не живет в Сосновом Бору, но тем не менее является одним из создающих вот этот фестиваль. Ее слово будет завтра. Основное. Сейчас она споет парочку песен. Это Света Ветрова, которая будет вести завтра детский концерт. Посмотрите на нее внимательно. Вот к ней надо приводить детей на запись на этот концерт. Добрый вечер. Я так рада, что я сюда попала. Это было так трудно и непросто. И вот, знаете, как дома себя чувствуешь. У некоторых людей видишь только здесь и только вот в этом месте. И это так чудесно, что все вот на местах, и звук, и сердце. Спасибо огромное. Я очень надеюсь, что завтра мы порадуем наших детей и себя вот этим детским концертом, который уже стал традиционным. И, пожалуйста, и взрослые не стесняйтесь записываться, можете детские стихи читать, взрослые стихи читать, какие-то, которые соответствуют обстановке, и детей обязательно приводите, потому что в прошлом году у нас очень много было открытий ярких и интересных. Если кто-то не может сам сыграть, или я помогу, или кого-то мы найдем, кто обязательно саккомпанирует, так что вот кто хочет петь, но играть не может, это тоже не повод не участвовать в концерте. Света, а вечером не порадуешься? Сейчас. Я с удовольствием, но сейчас я просто вот попросили, я хочу спеть как раз не детские песни, может быть. Вот. Ну, не в том смысле, что не детские, а вот любимая новелла Матвеева. Мы с ней недавно разговаривали, она вот меня благословила на запись диска и ее песен. Поэтому вот я надеюсь, что когда-нибудь он вот уже, так сказать, формируется, все это будет, может, это не завтра, и даже не послезавтра. Я имею в виду, что все это очень долго, но... Тем не менее, вот их так много уже, те, которые любимые, которые знаешь. И вот, по-моему, эта песня очень соответствует. Хорошо слышно? Мне кажется, гитара какая-то посильная. Да? Горизонт. Такое тут умиротворение. Видишь зеленым бархатом отливая море. Спокойнее, чем земля. Видишь, как будто лунтик от коралла.
отломилась от корабля. Яхты и пароходы ушли куда-то. Видишь, по горизонту они прошли. Так же, как по натянутому канату. В цирке канатоходцы пройти могли. Словно за горизонтом обрыв отвесный. Пропасть и пароходы идут скользя. Робко и осторожно держась над бездной, помня, что оступаться туда нельзя. Ты же так хорошо это море знаешь. Песни, песни про эту пропасть поешь, поешь. Что ж ты за горизонтом не исчезаешь? Что ж ты за пароходами не плывешь? Видишь, канатоходцами по канату снова по горизонту они прошли. Снова в Константинополь, Суэц, Канаду. Снова по краю моря. Спасибо большое. Еще одна песня, новая песня, которая была написана в январе. Это вот, собственно говоря, последняя такая песенка. Стихи поэтессы. Забавная история. Она, хотя недавно написана, уже есть история к этой песне. Написана на стихи Галины Печуры. Это поэтесса, живет в Нью-Йорке. Она мне подарила книжку своих стихов. Говорит, вот, как бы у нее такое воспоминание о Питере, там был концерт, и как-то она так расчувствовалась, подарила книжку толстую такую довольно. И я нашла вот это стихотворение, которое мне очень понравилось. Но написано от мужского лица. А я обычно как-то это вот не люблю петь не свои песни. Но тут вот ничего, слово из песни не выкинешь, такая она вот мужская. И тут было 75-летие Городницкого, да. И вот мне сказали, спой какую-нибудь там песенку. И я подумала, ну, чтобы высасывать из пальца там какое-то поздравление. А вот эта песня, она настолько от лица человека, который питерец, но редко бывает в этом городе. Вот просто вот его песня. И он согласился, ему действительно она понравилась. Вот такая получилась как бы невольно такое посвящение Городницкому. Даже одному, даже под дождем. И среди людей, лиц чужих потока, я не одинок в городе моем. Каждый уголок с чем-то в сердце связан, каждое окно светится теплом. Тысячи людей, как я к вам привязан, как мне хорошо в городе моем. Здесь в любой толпе мне родней прохожий, общие пути, схожий лексикон. Чем-то на меня чуточку похожий, и его мечты в мой приходят сон. Каждый уголок с чем-то в сердце связан, каждое окно светится теплом. Тысячи людей, как я к вам привязан, как мне хорошо в городе моем. Город мой родной, соткан из тумана, строгие черты твоего лица. Заодно с тобой встану утром рано, сходятся мосты, сходятся сердца. Каждый уголок с чем-то в сердце связан, каждое окно светится теплом. Тысячи людей, как я к вам привязан,
хорошо в городе моем. Как мне хорошо в городе моем. Спасибо большое. Я вас всех жду завтра в 11, в крайнем случае, в начале 12 здесь. Во сколько бы вы спать не легли, но встаньте, пожалуйста, не позже 11:30. Всего доброго. Сейчас автор из Санкт-Петербурга Елена Листова. Ну не только что будет. Наташа, у меня выключается, когда я работаю. Добрый вечер. Я представляю здесь Восток. Поздравляю Белогорскую Ингрию с 30-летием. Первая песня называется, кто-то называет ее «Счастье за углом», вообще называется «То щемящее, пронзительное что-то». Вот так живешь тихонечко в покое, время медленно само собой течет. Полагаю, что теперь уже с тобой вряд ли что-нибудь еще не займет. Но однажды за знакомым поворотом заставляет притупаться сердце вновь. Щемящее, пронзительное что-то, так похоже на позднюю любовь. То щемящее, пронзительное что-то, так похоже на позднюю любовь. Я по городу вечернюю блуждаю, и глаза как нелюбимые ищу. Понимаю, постепенно пропадаю, но о прошлой жизни вовсе не грущу, уносясь делам обычным и заботам. Очень жалко будет, если пропадет то щемящее, пронзительное что-то, что никак уснуть ночами не дает. То щемящее, пронзительное что-то, что никак уснуть ночами не дает. За окном рассвет осенний, осторожен, на моем плече лежит твоя рука. Если чувствовать по-прежнему мы можем, то не все еще потеряно пока. И я верю за знакомым поворотом, от тоски и безысходности спасет. То щемящее, пронзительное что-то, что пропасть нам в этой жизни не дает. То щемящее, пронзительное что-то, что пропасть нам в этой жизни не дает. Вторая песенка называется «Женщина за рулем». Старше вождения меня примерно год. Кто водил машину, тот меня поймет. Я пока что еду тихо, потому что я трусиха, но надеюсь, что со временем пройдет. Я пока что еду тихо, потому что я трусиха, но надеюсь, что со временем пройдет. А вчера я заглянула под капот, будто кто-то там сидит, меня и ждет. Я такое увидала, лучше бы я не открывала, вот уж правда было мало мне хлопот. Я такое увидала, лучше бы я не открывала, вот уж правда было мало мне хлопот. Управлять машиной — это ерунда, а вот куда ее поставить — это да. Все
всем стоять, меня боятся, начинаю парковаться. Ну не вышло, извините, господа. Всем стоять, меня боятся, начинаю парковаться. Нет, пожалуй, не вписаться мне сюда, чтоб аварии никому не создавать. Будет радио раз в месяц объявлять. С 10 до 1:30 мчит по городу Листова. Просьба больше никому не выезжать. С 10 до 1:30 мчит по городу Листова. Просьба больше никому не выезжать. А ты, водитель, нервный сзади, не буди. Ты расслабься, немножко подожди. Улетучатся все страхи, и однажды сам Шумахер пригласит меня на Формулу 1. Бар-клуб «Парус» и руководитель клуба Валерия Окунь. Пришла в туристский клуб я, парус, мечтая только об одном. Была я бабушка с гитарой, а буду девушка с веслом. Была я бабушка с гитарой, а буду девушка с веслом. Нужны походы и рыбалки, шторма и ветры мне нужны. Я не чураюсь лыжной палки, и елки-палки не страшны. Я не чураюсь лыжной палки, и елки-палки не страшны. И пусть я окунь, не селедка, но плавать здорово могу. Хочу залезть в большую лодку, а не торчать на берегу. Хочу залезть в большую лодку, а не торчать на берегу. И для уныния нет причины с пилой, лопатой или колом. Я встречу сильного мужчину, лишь стану девушкой с веслом. Я встречу сильного мужчину, лишь стану девушкой с веслом. В одной палатке из общей миски суп хлебать. Мечты, мечты, о, как вы сладки, но в рифму лезет вашу мать. Мечты, мечты, о, как вы сладки, но в рифму лезет вашу мать. Я никогда не стану старой, иду я к счастью напролом. Была я бабушка с гитарой, а стала девушка с веслом. Была я бабушка с гитарой, а стала девушка с веслом. Господа за пультом, вы так громко говорите, что я думаю не о том, как мне спеть песню, а как переключать вас. Сейчас я спою свою визитную карточку. В 18-й уже поцелуйте меня уже. Я живу в высоком доме на 10-м этаже. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Одолели женихи серенады и стихи. Хоть бы был один достойный, а не эти лопухи. Ла-ла-ла-ла-ла. Ты чего, красавец, ждешь? Для меня ты не хорош. Молод ты, высок и строен, но в кармане медный грош. Но в кармане медный грош, а другой богат, как крёз, и относится всерьез. Но старик ему за 30, и большой горбатый нос. И большой горбатый нос не подходит мне любой. Этот скромник, тот плейбой, каждый третий алкоголик, каждый пятый голубой. Пробежало 30 лет, а супруга нет, как нет. Говорят, да выбиралась вот такой вот винегрет.
подруг у всех мужья, разрастается семья, у детей родятся внуки, но одна, как прежде я. Мне пошел почти любой, хоть он скромник, хоть плейбой, лишь бы был не алкоголь, импотент и голубой. Ла-ла-лай, ла-лай, 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 ла-лай. Снова на дворе весна, и я по-прежнему одна. Уж восьмой пошел десяток, и как зуб болит спина. Ну а зубы не болят, тихо в баночке лежат. Я тут лениво кашля, стены в доме дребезжат. Я уже не горяча, и не держится моча. Вот бы рядом был мужчина, чтобы вызвать мог врача. Мне теперь пойдет любой, хоть горбатый, хоть любой. Может, есть здесь алкоголик, импотент или голубой. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Две свои песни, сейчас еще две хороших, потом предоставлю сцену другим людям. Чужие. Ян Табачник. В тени деревьев за углом, среди густых ветвей, стоял старинный серый дом, в нем жило пять семей. Профессор старый Левинсон и Фридман адвокат, портной Каминский, врач Самсон, сапожник Розенблат. А во дворе березы, гордость тети Розы и пышных два каштана, что посадила Жанна, еще росли два клена, любимцы Соломона и вишня небольшая, что вырастила рая. Они прожили много лет одной большой семье. Бывает так, славный сосед ближе, чем родной. Теперь гляжу я сквозь года на этот серый дом. Ах, и жаль, кто куда, а дом пошел на слом. А во дворе березы, гордость тети Розы и пышных два каштана, что посадила Жанна, еще росли два клена, любимцы Соломона и вишня небольшая, что вырастил рая. Мне кажется, что это сон, мне не хватает их, и лечит старый Левинсон детей, но не моих. Портной Каминский не сошьет костюм на выпускной, и Розенблат не подобьет мне обувь в мастерской. Не скажет Фридман адвокат, что люди все равны, если едут все подряд, а из страны сюда наведываюсь я. И в стужу, и в жару. Здесь был мой дом, моя семья. Наверное, здесь умру. И снятся тете Розе листья на березе,
тоскуют два каштана, что так далеко жадно, и ждут давно два клена, приезд Соломона. Ждет вишня небольшая, что вырастила рая. Ах, во дворе березы, гордость тети Розы, ждут пышных два каштана, когда вернется Жанна, и ждут давно два клена, приезд Соломона. Ждет вишня небольшая, что вырастила рая. Ну и чтобы не заканчивать на грустной ноте, Анжела Штингарт. Моим поклонникам, Ирочка, и тебе в том числе. Сегодня я пойду на дискотеку, там вход бесплатный для меня в натуре. Все замужем подруги, а я в девках, приходится по троим скакать, как дуре. Пусть первый встречный станет моим мужем. Я целый день в засаде, как рояль, в кустах его возьму. Я силой, если нужна, а эта сила пострашнее, чем красота. Эх, розовые трусики, 62-й размер. Эх, выщипаю усики или брови, например. В Российской Федерации и в бывшем СССР не сыщешь комбинации, чтоб подходил размер. Эх, мужчина некрасивым не бывает. Бывает, что я выпью мало водки. Мой интерес к мужчинам покрывает пространство от Парижа до Находки. Идут мои года, мое богатство, и капают проценты ежедневно. Кап под мир изменчивый, зачем нам прогибаться? Пусть лучше сам он прогибается под баб. Эх, маски огурцовые, свекольный винегрет. Эх, пластыри перцовые и прочий марафет. Эх, платье развивается, фото на голове. Эх, грудь моя вздымается, точнее даже две. Эх, макияж изысканный, я навожу три дня. Эх, мужики с пропискою не смотрят на меня. Эх, ухажеры льяные, до встречи под луной. Эх, постоянно пьяные, к тому же не со мной. Эх, Илюша бижутерия, да прочая фигня. Эх, мне бы в кавалерию, да доброго коня, эх! Сейчас я позову на сцену свежеиспеченного лауреата фестиваля «Петербургский аккорд» Алексея Мокрецкого. Это тоже новенький член клуба «Парус». Мы его успели уже полюбить за столь короткий срок. И еще коротенькое объявление. У меня и у закрывающего наш блог Игоря Кармановского есть диски. Сбито в поклёк грива, похмелье опять, я стреляю на... Ой, ты моя отрада, к небу звёздному лети. Моя, живи. Ой, мил, душа стремится к тебе, звала тебя во сне. Пусть же в духе он родится, ангел приснился мне. Звездному лети.
открой сердечко, як солнышко в груди своей. Завивай небесно гнездышко для любимой и детей. Случился бы пожар, только вдруг ты улыбнулся, и осколок заиграл, в сердце он мое вернулся, на свое на место встал. Опасаюсь я подмены, он немного не такой, по ошибке, по промашке ты отдал осколок свой. Дзынь-дзынь, кари-кари-кар, в синем небе желтый шар, угольком осколок тлеет. Не случился бы пожар, мы теперь родные люди. Ты меня не изводи, ведь до смерти так и будут те осколочки в груди. Породнились мы частичкой, обменяв осколочки, и давно за печкой пусто на заветной полочке. Дзынь-дзынь, кари-кари-кар, в синем небе желтый шар, угольком осколок тлеет. Не случился бы пожар. Кар! Так как я вот до встречи с Валерией очень долгое время не брала в руки гитару, то, в общем-то, рождаются такие песни, как будет сейчас. Держу в руках скрипичный ключ, басовый ключ держу, пытаюсь музыку открыть, но дверь не нахожу.
который день, который год ищу я эту дверь. Мотив гитары издает не тот, что в голове. Я как неопытный топер лежу из звуков в плат. А кто-то на решение скоро замыслил плагиат. И все ключи в своих руках отмычкой заменил. Какой успех, какой размах, хватило б только сил. Но я упорно день за днем нащупываю вход. И кажется, еще шажок отыщется вот-вот. Признает музыка меня, давит тайны нот. И переливами звеня по песне потечет. Держу в руках скрипичный ключ, басовый ключ держу. Пытаюсь музыку открыть, но дверь не нахожу. Который день, который год ищу я эту дверь. Мотив гитары издает не то, что в голове. Но когда мы познакомились с Лирой, я, в общем-то, писала стихи, и закончить свое выступление мне бы хотелось стихотворением. Сегодня стихи не звучали, а хочется. Сентиментальный блюз в подземном переходе божественно играл седой саксофонист, а по его щекам на плащ катились слезы. Он продавал талант, а в прошлом был артист, кумир прекрасных дам, маэстро знаменитый. Ему несли цветы, ему кричали бис, но старость подошла, и всеми позабытый за жалкие гроши играл саксофонист, а музыка жила, она надрывно пела о том, что пережил известный музыкант трагедию души и немощного тела. В сентиментальный блюз переплавлял талант. Спасибо. В нашем клубе просто не все здесь. Много творческих людей. И мы с Ирой, хоть и творческие люди, но мы административные лидеры клуба «Парус». А сейчас я зову на сцену нашего творческого лидера Игоря Кармановского. Мы считаем, что среди нас самый интересный автор – это Игорь. Добрый вечер. Ну, тут мне дифирамбы пили. Я считаю, что совершенно напрасно. Ровность украшает. Я спою вам несколько песенок. Начну с грустной. Сейчас модно петь на тему «Вне зоны действия», там вот это все. Песня называется «Вне зоны». Как-то глупо все получилось, не условились мы о встрече. Может, что-то с тобой случилось? Мне тревога легла на плечи, нет опять от тебя ответа. Посылаю сигнал стабильно. Кто, скажите, придумал этот голос робота на мобильном? Ты сама позвонить хотела, не откладывая к тому же. Может, что-то не то я сделал, или просто тебе не нужен, и тоска мое сердце гложет и доводит меня до дрожи. Абонент ответить не может. Пожалуйста, позвоните позже. Я готов хоть сейчас сорваться, плыть к тебе, словно шар воздушный. Но снова голос без интонаций
металлический и бездушный, словно воду толкуя в ступе, раз за разом одно и то же. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позже. Хочешь — верь ты, хочешь — не верь ты. Только мне не нужна другая, а молчание хуже смерти. Неизвестность всегда пугает. Ты нужна мне, как майский ветер и как пух тополей в июне. Ты нужна больше всех на свете, потому что тебя люблю я. Только снова, как наваждение, слышу голос: я тут проклятый, а на счету достаточно денег. Но скоро сядет аккумулятор, телефон у кого-то выключу, да только те же слова выуживаю. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Ну, а теперь я что-нибудь повеселее спою. Песенку, которую я в прошлом году здесь, по-моему, пел, называется «Песенка скалолаза». Я ползу по скале на ползающей мгле, метров семи тогда наверху я. Как паука я ползу, а товарищ внизу выбирает веревку, страхуя. Как паука я ползу, а товарищ внизу выбирает веревку, страхуя. Я себе говорю, что скалу покорю. Я ведь, братцы, не трус и не плакса. Тут мысля словно зуд, тот товарищ внизу, он ведь мне задолжал штуку баксов. Тут мысля словно зуд, тот товарищ внизу, он ведь мне задолжал штуку баксов. А ему страховать, лишь чуть-чуть плоховать, и долги отдавать не придется. Ну а я весь в поту, все ползу в высоту, ну а что мне еще остается? Ну а я весь в поту, все ползу в высоту, ну а что мне еще остается? Если грохнусь я вниз, то-то будет сюрприз. Надо только качнуться слегка мне, хоть не видно низги, забелеют мозги на широком обветренном камне. Хоть не видно низги, забелеют мозги на широком обветренном камне. Я ползу и ползу, а быть может внизу замышляется черное дело. Так что падать нельзя, чтоб не выли друзья над моим раскуроченным телом. Так что падать нельзя, чтоб не выли друзья над моим раскуроченным телом. Чтоб тревог избежать, на скале не дрожать, чтобы не было страшных падений. Чтоб спокойно ползти, надо догму блюсти, не давайте страхующим денег. Чтоб спокойно ползти, надо догму блюсти, не давайте страхующим денег. Я ползу и ползу, а товарищ внизу выбирает веревку, страхуя. Я ползу по скале, ну куда же я полез, ну какого товарища черта? Я ползу по скале, ну куда же я полез, ну какого товарища черта? Ну и последнюю песенку спою с таким необычным названием. Песенка об особенностях некоторых диалектов. Грустно. Ты, Саша, слушал 10 раз. Вот, песенка об особенностях некоторых диалектов, в основном о московско-питерских. Она очень длинная, так что могу где-нибудь чуть перевернуть. Так, заранее извиняюсь. Как и не пытался, все никак не мог понять я, но почему в больших и малых городах одни и те же всем привычные понятия словами разными зовутся иногда? Всему явлению бесчисленны примеры, как трудно нам порой друг друга понимать. Языковые воздвигаются барьеры, и их совсем не так уж просто поломать. Москва и Питер — две российские столицы,
Они все время что-то делят и не пойму. Об их соперничестве много говорится, хотя не нужно это общего никому. Идут дискуссии о статусе столичном, уже пора бы успокоиться давно. А между тем два эти города различены, и в языке несоответствия полно. Вот скажем, втиснувшись в автобус под натужась, толпу раздвинув широченную спиной, покажет карточку, конечно, петербуржец, ну а москвич всегда покажет проездной. И заблудившись в асфальтированных дебрях, рискуя выпачкать костюмчик от кутюр, усталый питерец присядет на поребрик, но москвич устало сядет на бордюр. Замучит голод, ларька, остановись-ка, купи сосиску, раз ты питерский едок. Москвич однако назовет ее сосиска, а кто-то просто назовет ее хот-дог. Шпана московская вас ждет всегда в подъезде, а петербургская вас ждет в породнике. Но одинаково по чайнику вам съездят, чтоб посмотреть наличие денег в кошельке. Когда вернетесь, вы усталые с прогулки, и надо к водке бутербродиков настричь, вам петербуржец накромсает свежей булки, батончика белого парижского москвич. И вот когда на откровенность вас пробила, за рюмкой жалуясь на трудную судьбу, москвич вздохнет, ну что, звони мне на мобилу, и скажет: в Питере звони мне на трубу. Москвич вздохнет, ну что, звони мне на мобилу, и скажет: в Питере звони мне на трубу. И это еще не все. Пускай меж нами, пускай в словах меж нами разница большая, и каждый мысли выражает, как привык, дружить нам это совершенно не мешает, всегда найти сумеем общий мы язык. И пусть Синица с Спартаком клянут друг друга, нам наплевать на чью-то злобную молву. И мы гоняем от Москвы до Петербурга, и путешествуем из Питера в Москву. И бесполезно разглагольствовать, кто круче, ведь это просто трата времени и сил. А вот язык наш, он великий и могучий, старик Тургенев нам давно провозгласил. Вот пускай твердят о грандиознейших проектах, столичный статус примеряют вновь и вновь. Но одинаковы в обоих диалектах слова простые, эти дружба и любовь. Но одинаковы в обоих диалектах слова простые, эти дружба и любовь. Спасибо. Спасибо большое. Группа товарищей. Пока у нас будет позвучивать, мы на разогрев девчонку выпустим. Лена Блаженная, Советский Союз. Они пока подстраиваются. И от них я... Они же не скажут, только я могу сказать. Мы подарок как-то вот забыли дома. Но мы очень поздравляем КСП «Ингрия». И возраст вас позволяет надеяться, что впереди у вас не меньше, а может больше, еще более светлых и радостных дней, поскольку до внуков еще далеко. Я, правда, пока одна. Я хочу спеть песенку из фильма замечательного, старого, ну, старого относительно, ему там лет 10-15. Фильм называется «Облако рай». Пароход по реке завел песню о любви, любовь и пелке. Что же сбудется, что же станет?
влюбиться, да раскаяться. Дальше, тише, а я песню эту так и не услышу. Что же сбудется, что расстанется с той ли песней, с той ли девушкой, может влюбиться, да раскрыться. Это последняя. Это последняя. Нет, вот эту.